Добрый день, меня зовут Лара Шум. Чтобы сконструировать в нашей голове позитивное мышление, слушаем это видео 21 день. Провозглашаем фразу каждого дня. С каждым днем я все лучше осознаю в своей жизни радостные моменты. Я смотрю вокруг себя и замечаю множество поводов для радости. Весь день наполнен ими. Улыбки людей, вовремя подъехавшая маршрутка, вкусный чай, кофе. Я не пью на автомате, а смакую каждый глоток из самой лучшей чашки в моем доме. Я сегодня выгляжу лучше, чем вчера. Мое настроение отныне только мое. Только я его настраиваю, и по моему желанию оно настраивается сегодня на улавливание радости отовсюду. Задание 21 дня. Ваша задача – не уснуть в текущем дне, а считать количество радостей. Не давайте своему разуму съехать с внимания радости. Цепляйте их повсюду. В мелочах, в делах, в прохожих, коллегах, в домочадцах, в своих мыслях, в своих идеях, в небе, на улице, везде. Считайте. Как будет 50, продолжайте считать. Как будет 100, можете уже не считать, но фиксировать продолжайте. Может быть сначала, что вы не сможете находить 50 радостей в день. Но это не значит, что стоит останавливаться. Мы находим столько радости в каждом дне, сколько пока у нас получается. Если вы найдете 10 радостей в первый день, то в 21-й, поверьте мне, вы будете находить их тысячи. И я вам хочу пожелать, чтобы вы научились жить каждым днем, потому что каждый новый день будет приносить вам море позитивных ситуаций, потому что вы научитесь их находить. Это как в школе, когда мы учили таблицу умножения. Теперь мы должны выучить нахождение радостных моментов в своей жизни. Волшебного вам дня!